этот день в Брестском академическом театре драмы не было свободных мест. Молодежь из разных образовательных учреждений города пришла, чтобы прикоснуться к живой истории, увидеть и услышать Галину Павловну Брок-Бельцову, последнюю оставшуюся в живых летчицу из состава легендарного женского авиационного полка Марины Росковой. Все пришедшие на встречу стали свидетелями сложной и героической судьбы ветерана и узнали множество интересных фактов. Гитлер планировал после падения Берлина 2 мая перенести столицу Германии в Кёнигсберг. Мы ничего не отставили от этой крепости. Позже вспоминали, это был второй Сталинград. Разгромили полностью Кёнигсберг. Взяли Пилау, взяли Либаву. Благодарность от Сталина личная за взятие порта Пилау и порт Либава. Ценные воспоминания, которые, возможно, больше никто не расскажет. И встреча с личностью такого масштаба произвела на пришедших большое впечатление. Конечно, очень здорово, что нашла возможность приехать сюда, пообщаться с тем, чтобы молодые люди увидели все, оценили, почувствовали эти моменты, почувствовать то, что говорит человек, душу его, то, что он пережил. Это совсем по-другому воспринимается. Это нам сейчас не хватает. Не хватает нашим молодым людям. Поэтому нам сегодня повезло, брестчанам, что у нас такой гость, такой человек, и мы еще получили такую возможность. Я считаю, что таких звезд, так скажем, нужно знать в нашем поколении и гордиться такими людьми. И такие люди служат примером для нашего поколения. С такими людьми очень важно общаться, потому что они имеют большой опыт за своими плечами. Все-таки они пережили вот эти вот все страшные моменты в прошлом, в настоящем, могут дать тот совет, который приведет нас на правильный путь. Женщина, которая со школьной скамьи ушла на войну и сегодня показывает пример любви к родине и силы духа, который так необходим каждому в непростое время. Мы просто потрясены. Потрясены вашей биографией, вашей яркой военной биографией прежде всего. Но мы покорены, я говорю от имени всего зала, от тех коллективов, которые сегодня уже с вами встречались, с вами сегодня. Это феноменально. Я даю себе отчет, что вот наша встреча с вами останется у каждого здесь присутствующих навсегда. Пройдя через военное лихолетие, она знает, на кого надо ориентироваться, чтобы не потерять себя и выйти победителем из любой ситуации. Делайте себя, развивайте себя, примеров масса. Возьми соседа, героя, товарища, если видишь в нем изюминку. Хорош, вот это мне нравится. А ну-ка у меня попробовать. И если ты завтра будешь лучше, чем сегодня, победа будет за тобой. После содержательной беседы вниманию зрителей был представлен созвучный теме встречи спектакль в постановке Брестского академического театра драмы «Не покидай меня». Вы люди взрослые, несете полную ответственность за свои поступки. На вас особая форма одежды. И мы с вами находимся при исполнении особо важного задания. Приказ на его выполнение может прийти в любую минуту. Если то без разрешения оставит место дислокации группы, трибунал. Замечательная, искренняя и пронизывающая постановка о женской судьбе в военное время на 2 часа заставила зрителей сопереживать происходящему, тронула до глубины души и побудила многое переосмыслить.